Смертельное столкновение с участием автобуса произошло накануне в Набережных Челнах. Дорожно-транспортное происшествие случилось на Казанском проспекте напротив дома номер 133 в районе 6 часов вечера. По предварительным данным, автобус «Нефас» остановился на крайней левой полосе, собираясь совершить разворот, когда в него въехала «Лада Гранта». Водитель автомобиля «Лада Гранта» 1977 года рождения, двигаясь по проспекту Казанский в направлении улицы Авангардная, совершил столкновение с автобусом, который остановился на крайней левой полосе для осуществления разворота. В результате столкновения водитель «Гранты» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности. Степень виновности участников ДТП установит следствие.